Глава города Иваново Вячеслав Сверчков вручил 20 ученикам Ивановской средней школы номер 1 традиционные премии за достижения в учебе и общественной деятельности. Именные премии были введены в учебном заведении 5 лет назад. Один раз в году их получают школьники, которые не только прилежно учатся, участвуют и занимают призовые места на предметных олимпиадах, но и отличаются активной жизненной позицией. Педагоги школы говорят, что подобного рода поощрение является для детей серьезным стимулом, ведь для многих это первая награда в жизни. Мы видим, что сегодня действительно ребята, которые выходили к нам, это очень положительные ребята, которые действительно, ну, являются примером для своих коллег.